Всем привет, с вами снова я, 3D-шоу. Ну, то есть, сами... Да, с вами снова я, 3D-шоу. А сегодня мы будем проходить трансформеры 1, номер 5. Кстати, мы уже играем в пятую серию. Чуть как-то сегодня холодновато. Конечно, буквы не открытые, но холодно. Главное на видео не говорить. Ух, как холодно мне ж. Ну, в чем здесь холодно? И видео. Ну, разница есть. Мы это видео уже видели. Внутри дамбы Гувера. Он превращается уже в комара. Ну, это после того... Давайте. Я отсюда уже проходил. Давайте дальше. Рад, что ты снова в бою, Шмель. Кажется, Олспарк наблюдает за тобой. Двигайся к радиомаяку для получения задания миссии. По странному фильму, что не так было. Бамблби схватили... Стали на эксперименты всякие такие в секторе 7. И извините, просто у меня такое наушники, короче, которые не передают звуки. Все равно поехал. О! Я люблю эту тачечку, потому что она быстренькая такая. Ну, я люблю все-таки тачки обновленные. Конечно, в 2008, конечно, в 2008 году еще такие тачки не выпускали, они взяли такой экземпляр на это. Доберись до комнаты управления. Ну, просто еще такого тачка, ну, такой тачки в продаже не было в 2008 году. Уже, конечно, есть в продаже. Я люблю вообще комаров, как и Майкл Бэй. Ну, вроде как. Блин, надо, наверное, чтобы привык, когда ты, ну, есть пачку, то берешь, вот так и бьешь. Начинает. Что сейчас будет? А, уезжает эта машинка. Туду. Ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту. Это дрон? Уничтожь его, пока он не объявил тревогу. Как оригинально. Капец мне. Конечно, первый раз всегда, когда едешь, я уже поспокойнее. На велосипеде катался только что. Да. Если только... Блин. Ну и завернула меня. Это машина сектора 7, мне надо быстро. Все, я не успел. Я труп. Хотя, давайте стрелять. Мне надо стрелять по машине сектора 7. Стреляй! Блин, лава провалена. Кстати, зачем он сюда трансформируется? А вот когда лава провалена, он сюда... трансформируется быстро, а когда... Так, не знаю, как... Знаете, как ржавый трансформер. Блин, опять надо... Жалко. Ну, такая первый раз бывает. Из них доберись до комнаты управления. Смотрите, когда стреляешь, пойди. Интересно, так у нас. Бум. Мы сейчас пропустим и идем, не так возьмем. Оп. Прям. Бум. Ставим видео, блин. И я пропустил. Это дрон? Уничтожь его, пока он не объявил тревогу.
почему такие тачки неповоротные? Ну, кстати, жизнью все равно комар. Ну, такие хорошие. Такая прикольная тачка. Наверное, лучше даже, чем DeLorean. Да, из фильма вообще. Блин, ну почему? Почему такие тачки неповоротливые именно в игре? Наверное, все текстуры. Так, конечно, здесь уже появились без ваших бы штук, а люди вы. Вы бы уже, ну, если бы не Оптимус, вы бы уже были давно мертвы. Здесь, конечно, по-другому все. Этих диспетчеров уже убивал. Скажу, эти пушки лучше убивать руками, чем пушками, конечно. Ну, пушки, конечно, пушки это Ориген. Ну, такие бам-бам, знаете, звездные войны. Ну, конечно, здесь задача чуть-чуть посложнее, потому что тут уже поближе. Не, сейчас будет, опять же, та же самая сценка, зачем? Дроны, доберись к ним раньше, чем они объявят тревогу. Тупого робота, только теперь... Стреляй по ним! По нему стреляй! Всем огнем мне надо стрелять. Мы ж там были. А, там несколько коридоров. Не, ну когда так надо... Да, я знаю, что это будет. Но и к диспетчеру. Ну и вообще... Первый раз... Там вот такое сложно, что когда ты едешь, вот так стрелять надо по всему. Конечно, с этой тачкой это будет не проблема. Ой, а с этими пушками будет проблема. Знаете, почему? Потому что эти пушки меня... Эти пушки, блин, руками побью даже. Смотрите, чтобы здесь я как-то дышит. Вот он. Я его убил так же. Просто по мне не попадет. Блин, что сделать? Эдка подумает, как это взорвешься. А тут пока попинаем Верочку. Надо все-таки... А, это игра... Ну, я люблю это. Ну, как-то она мне нравится. Такие еще жучки будут, знаете? Не слабенькие такие жучочки будут. Потом. Одолей дронов, шмель! Не дай им уйти! Ну что? Не заставляйте убивать всех этих героев еще при помощи таких бластеров. Благодарим до диспетчерской. На 56 секунд или смерть. О, фух, наконец-таки. Секундочку, сейчас я кое-куда скажу сейчас. Сейчас вам. Так, всем привет, сегодня. А, не, всем привет, что-то уже. Ну так всегда, конечно. Ну ладно. Секундочку. А, не, все работает. Доберись к маяку, чтобы мы смогли да, уничтожить защитное поле. Ну, вроде как. Я, конечно, не помню. Но вроде как сложно так. До диспетчерской. Набрались, ну пошлите. Проходим. Частями, конечно. Но прохождение скоро будет. Я, конечно, еще не знаю. Ну, может, скоро и будет продолжение по Wine World. Или просто Майнкрафт поиграем. С другом, еще не знаю. Ну, еще не так много думал, конечно. Ну, просто понимаете.
Я так скажу, я буду снимать вообще это все, как бы, не знаю, наверное, каждый день. Ну, конечно, вчера у меня не вышло. Ну, мы вчера же записывали серию по Wine World. Блин, еще, а зачем это за время проходить? Я ненавижу, когда время дает нам какое-то, например, 30 или 20 секунд. Туннель, цель уничтожить вентиляторы системы охлаждения и сбежать от... А, понятно. Тут надо, короче, все стрелять. Ненавижу эту миссию. Особенно, когда вы, знаете, вот так поворачиваете, и это всегда нас ненавижу. Если это там не доберется до вас, он капец. Слова провалены, типа вы уничтожены. Ну, вы же понимаете, автоботы это ж... Это ж живое мясо. Ну, не живое, живая сталь, точнее. Такой фильм был, живая сталь. Ой, нереальная сталь. Real Steel. Вроде фильм назывался «Живая». Что желтая сталь бы назвали? Вообще, почему они все ломают? Люди ж умные. Могли бы сделать нормальную интерфейсную шахту. О, он стал зеленым. Выведи из строя вентиляторы. Блин, ненавижу. Нам еще 5, нормально? Раз, два, и три, четыре, пять. Ой, нам на это дали всего лишь 2 минуты. Блин. Я в этот туннель поехал. Если мы не выберемся, как-то не сделаем это, все, мы будем проходить. Я эту миссию никак не могу пройти. Блин. Потому что управление точно прямо коня, ну даже который не умеет ходить. Конечно, когда вы ездите по городу, там более нормально. Но только вот когда они трансформируются, они как-то, наверное, этот баг скоро заметят и игру перезапустят. Держись подальше от взрыва. Когда мы стреляем, мы больше избегаем от того, что детали будут падать в нас. Но тут даже это не помогает. Тут, наверное, даже она... Ну, наверное, смотрите, я понял, почему происходят взрывы, наверное, потому что, ну, вентиляция как бы подключена, ну, какими-то трубами, такими, знаете, там, где со взрывоопасное. Я первый раз до такого дохожу. Ой, это, наверное, вторая улица, наверное. Уничтожь 4 оставшихся вентилятора. 4 осталось. Поехали, что мы ждем? О, вот там Мегатрон. Кстати, тут все по-другому выглядело, когда в фильме. Но я-то смотрел фильм. Поехали в другую сторону. Что-то у меня такое плохое предчувствие, что я не пройду. Хотя вы, как говорили, спокойствие, ага, как в жизни война. В реальной жизни тут спокойствия не наберешься. Потому что я не знаю, как можно играть с таким корявым управлением. Ну, просто я говорю, что сама игра нормальная, но... Управление это вообще. 4 осталось. Вот скажу, чтобы не тратить нитро на потом. Ну, потому что потом... Блин.
Время-то истекает. Долгий такой путек. Доедем. Мы же все-таки не слабаки, все-таки мой канал. Хотя без канала у меня... Держись подальше от взрыва! ...подписчиков. Ну, у меня ничего ютуберского не было. У меня не было никаких подписок, никакого... Я скажу, никакого компьютера, наверное, даже. Хотя я скажу... Компьютер без интернета — это как бы плохо. Ну, конечно, интернет — это всегда хорошо. Просто я не понимаю, как дамба может удерживать такую мощь, как Кибертрон. Понимаешь, там куб же себе берет такую силу, что там даже и дамба не поможет. Понимаю, там Кибертрон, у них же там специальная какая-то техника, но Земля, не знаю. Конечно, это фантазия, если бы у нас такое было, я бы уже не знаю, что у нас было с какими-то городами, там уже обстраивались, да? Я скажу, даже эта война плоха. Уничтожь 3 оставшихся вентилятора на объекте. Поехали в другую сторону. Поедем туда. Блин. А у меня 2 минуты есть. Что, блин? Блин, я не могу... Вот смотрите. Просто, когда... Я никому не говорю, что это очень плохая игра. Кому нравится, я... Ну, я просто осуждаю вот это управление. Все, я не понимаю, как можно это управление. Но это же управление. Просто когда... Ну, управление само нормальное, но просто... Как бы другое, то что... Ну, поворотливость машины не такая, как в других играх. Ну, например, есть Патчик, там такая поворотливость, что не найдешь. Ну, точно, героичность. Просто там ничего не ломал и... Держись подальше от взрыва! Ничего подобного. Скажите, что я тут виноват. Ну, еще напишите, типа, разрушение. Ну, какое тут разрушение, скажите. Ну, если, конечно... Конечно, заметить, что я пушкой стреляю, это разрушение. Но если считать, что на меня летит целая дамба, я не понимаю. Наверное, сейчас я... Ну, просто, когда вы знаете, какими-то временами я могу проходить эту игру. Просто, когда вот, например, я не могу какую-то миссию пройти, потом через несколько месяцев или дней, потом я прошел ту миссию. Ну, это такое... Вот скажу вам, взросление. Нет. Я бы хочу, чтобы у меня сейчас было 3 минуты. О, как я угадал. Даже сбил... Осталось всего 2 вентилятора. Уничтожить их! О, как близко. Повезло. Да, все-таки пройду эту миссию. Как насчет следующей? Ну, конечно, наверное, после этой миссии я уже закончу серию. Наверное, долго. Конечно. Конечно, у Бандикама такое время. Хотя, наверное, уже... Стопаньки, куда это я поехал? Ребята. Я поехал не в то, надо было смотреть на это все. Давайте-ка мы быстренько вернемся с Нитром. Хорошо, он здесь хотя бы есть. Да плохо, что у меня мало времени. Надо было не ехать сюда. Да откуда я же знал? Потому что вот так на карте, знаете, написано, что типа там есть, а потом едешь, а там нету. Теперь мне надо долго ехать. Не понимаю. Скажите, дамба... Дамба, конечно, в фильме выглядела как-то какой-то маленькой. Мне обязательно ждет ее огромной. Когда ты проходишь игру, это... Я не понимаю, зачем... А вообще, зачем сделали сектор 7? Вау, смотрите, какой умный полицейский взял и сбил бамбу. Подумал, нет, ничего не случится.
Да, вас сейчас Мегатрон встанет и будет вас всех перестрелять. Знаете, люди такие наивные просто берут. Они думают, что... Не, если б пришельцы убивали, ну, если б, например, вот эти убивали, они бы знали. Ну, они, знаешь, наверное, в фильме просто Майкл Бэй понимал. Ну, типа, сделаем, типа, что они подумали, что... Держись подальше от взрыва! Ну так почему те не боятся вас и атакуют, а эти боятся вас убить? Блин, убивают. Мне осталось мало времени, стреляем просто. Просто здесь, знаете, так не люблю вот эти всякие опоры. Ну вы знаете, когда тут делают, лучше бы они сделали опоры где-то внутри, а не снаружи. Потому что когда делают снаружи, знаете, что они делают? Они приводят световой катастрофе, когда кто-то едет от чего-то, ну, например, ну, знаете, когда кто-то едет, блин, почему я не могу нормально ехать? Блин, ну это и все из-за взрыва. Трансформация, блин. Я не могу. Меня трещина берет уже. Я уже взрывоопасен. Ура! Фух! Уничтожь последний вентилятор! Я очень нервный. Да! У меня нервы такие, что я и в обморок могу упасть. Нет, таких у меня, конечно, нет. Хотя, такие бывают нервы. Ну, иногда. Конечно, когда первый раз, ну, когда я иду первый раз куда-то в больницу, там на какую-то процедурку, я всегда боюсь куда-то. Когда мне удаляли аденоиды, ох, как это было. Тогда без наркоза, конечно, было страшно. Да, ну, автоботам это, наверное, не страшно. Хотя это же бесстрашный робот. Может, держись подальше от взрыва! Скажу, что все может быть, и автоботы могут, наверное, может и бояться. Вроде этот коридор больше, ну, наверное, кажется. И скажите, наверное, когда вы проходите какую-то миссию, там, где надо стрелять, и они пишут, типа, что разрушение, типа, вот эти всякие автоботские штучки. Ну, скажите, когда надо разрушать, зачем эти штуки писать? Наверное, знаете, просто... Просто, знаете, как бы, чтобы вот эти все, ну, если кто-то хочет пройти вот эти все ачивменты, то тогда, знаете, когда кто-то их хочет пройти, они всегда не проходимы, потому что, ну, что, как бы, человек хочет это сделать, но не может, ну, потому что такого нет. Что, голова пройдена, да? Фух, это держало свои нервы, и я наконец-то прошел. Наверное, это первый мой раз, когда я прошел это. Он бежит такой, типа. Ну, может, последнее, может, не знаю. Я, короче, конечно, не знаю. Но уровень, конечно, еще не падает. Блин. Бамблби хуже сделал, конечно. О. Что нам еще надо сделать? Защитное поле еще не исчезло, но мы получаем сигналы о перегреве от реакторов дамбы. Возможно, они подключены. Проверь! Я не понял. Что у меня? Всем привет, это снова я, это Шутер. Сегодня мы будем проходить Трансформеры 1, номер 8. Извините, я не могу записать там, где мы... Играли за Айронхайда, спасали Бамблби от жуков. Просто у меня тогда я не смог записать. Случайно так вышло. Но уже не, никак не смог сохранить. Но уже назад перейти. Сейчас я скажу. Там надо было убить сплотя жуков, которые мы убивали в, ну, в седьмой части. Когда мы вот там, где возле Мегатрона вот эти жуки. Кто это? Ну, вроде это как... Хотя не это не человеческие, это же как бы.
Это... Ну, хотя можно и Space нажать. Ну, давай Space. Ну, пробел. Ну, зачем двойную загрузку ставить? Так, это видео. Конечно, не видели, но все равно. Да, последнее. Так, конечно, ну я вам только что сказал. И сейчас мы будем убивать Старскрима и этого, как его там зовут. Джесс, доберись к маяку и определи источник взрыва. А, и этого, Гринда. Сейчас забывает, что он 10 секунд, это вертолетик. Но мы вообще вроде в первой части не убивали Гриндера. Ну, я имею в виду в первой части. Моё прохождение, блин. Извините, это случайно провод своих наушников. У меня есть, конечно, еще вот здесь микрофон. В моем ноутбуке, но он, короче, плохой. Он плохой звук. Однако, раз ты от нас не убежишь, мы не дадим тебе сбежать. Сбежать от тебя мы будем сражаться до конца. Конец наступит раньше, чем ты думаешь. Первый раз у меня без лагов. Эта штука заработала. Дальше. У меня была ошибка какая-то в... Когда я играл. Ну, когда я не играл, а когда у меня... Короче, ну, когда я запускал компьютер, но... Скрим! Уничтожить его! Ой, кого он еще не убил? А, Старскрим он убил. Убирать. Вирусная загроза была выявлена. Убирать. Ну, конечно, убрать его со студии я хочу. Интересно. Что Старскрим будет с нами делать? Во время полета надо было что-то кинуть. Кстати, у меня тачку. Кстати, мне нравится вот этот парень, но его потом убил. Мне жалко. Теперь что будет Старскрим? Старскрим. Ой. Что, я буду стоять в щите у них пока. Что, на текстуре? Ну, конечно, я их вариантов пока нету. Интересно, я не спасаю. Воу. Что он делает, когда он так? Вау, вот это удар. Наконец-то, Старскрим. Вот и мне уже надоел, пока ты там. Как слабак. Нет. Вот он. Получи Старскрим. Я не вижу Старскрима. Все, почему-то перевод в игре называют скандалист. Не знаю, наверное, так и есть скандалист. Блин, а я-то думал, уже у них. Хотя Старскрим не такой. Ха-ха, на твоем месте я бы тоже подкрепление вызвал. Играем за Джазу, кстати, хороший персонаж, только, не знаю, наверное, Майкл Бэй правильно сказал, что его убрал, конечно. Опять? Ой, это не это. Я знаю, как он, что он делает. Я пытался, конечно, вчера проходить, но ничего не вышло. Я 100 раз перепроходил. Ну, конечно, несколько раз, наверное, в этот раз выйдет. Пройти полностью. Надеюсь. Конечно. Блин, это не Старскрим. Зачем он своих... Вау. Зачем он своих подданных присылает? Он что, боюсь? Не, реально, я же десятикон, я же сильная. Скажите, зачем он помощник? Блин, я застрял. Конечно, не... Конечно, игра такая не легенькая. Ну, конечно, ну как я предпочитал. Легенькая, конечно. Ну, тут есть такие, вот эти все такие миссии, там, где вот тут всякие вот, знаете, надо что проезжать, я вообще не. А, интересно, знаете, мне. А, давай я кинем. Я люблю за Джаза играть, потому что он такой, знаете, сильный. Держит вот эту штуку одной рукой. А Бамбуби
двумя, как бы это... О, наконец-таки я увидел. Ну, где ты, Старскрим? Я уже тебя дождался. Я тебя жду. Или опять тут будет парень приходить? А, не Старскрим. Я понял, наверное, какой-то файл был чуть тут поврежден. Ну, поврежден, наверное. Ой. Блэкаут вошел в сражение. Будь осторожен, Джесс. Мне потом придется убивать этих двоих. Не буду по нему стрелять со всех своих сил. Меня уже стесняет, только очень много по нему надо стрелять. Я по нему сколько пуль пускаю, он даже не умирает. И, конечно, это же автоботы, конечно, когда, ну, это здесь конечно. Ну, вообще, в фильме, как сказать, они, знаете, какие-то не очень сильные. Ну, как сказать, здесь, конечно, наверное, о, что это было? Сейчас, смотрите, можно что-то взять, кинуть мне. Вот что там было. Вот так мне. На любые раздражены. За 10 иконов, конечно, точно. Когда с двумя, это очень сложно. Я так люблю, как они атакуют своими суператаками. Это почти конец уже игры. Конечно, Джаза убьют, это жалко. Я, наверное, только убью этих, а потом уже буду делать ту миссию, наверное. Сейчас давайте мы пока жизик, чтобы... Лучше коцнутый. Вот так тебе. Вот так тебе. Он похож, кстати. Хотя он, знаете, на кого похож? Он похож на... этого вроде как. Ну, он не похож, конечно, на фэтбоя. Ой, сейчас придет эти подданные. Извини, Десептикон, но здесь место танго на двоих. Играть за Джаза, конечно. Скида, скоро будет у меня новый микрофон. Ой, приехал. Конечно, извини, Десептикон, я твоему пришествию не рад. Надо ехать за... Ну, короче, за столбом. Поехали. Ах ты ж. Получи. Десептикон. Я вообще ненавижу десептикон. Я автоботом. Автоботы более, знаете, такие красивые. Ну, потому что десептиконы, знаете, какие-то слишком уж наивные. Ну, они, знаете... Всегда думают, что они сильнее автоботов. Йоп. Конечно, их легко будет. Ну тут вообще боссы такие легенькие. Но вот когда ты убиваешь кого-то, когда ты убиваешь каких-то таких парней простых, то есть такие сложные, знаете. Блин. Да. Хорошо, что полицейские тут такие. То они всегда помогают своими тачками. Ну, потому что полицейских легче всего схватить. Ура, наконец-таки. О, нет, это не это плохо. Это плохой знак. Теперь прикончи их обоих. Это плохой знак. Нам надо всех тут поубивать. Потому что мне надоело, пока они тут. Надо еще ждать. Конечно. Опа. Я включу щит лучше. Ну, пока они спустятся. Ну, конечно, Старскрим. Он когда взрывает, ему ничего не будет. Ну, когда вы трансформируетесь уже. Блин, да мне вообще не больно, что там.
Вы трансформируйтесь, я вас вижу. О, трансформируйтесь. Ой, никто не хочет трансформироваться. Ну что вы такие все боятки? Мои боятки. Давайте попробуем. Двумя? Блин, я только что заметил. Ну, хотя я думал, что они, знаете, так будут постоянно. Типа кто-то начнет. О, я хочу сначала убить его, потому что он, знаете, я не знаю, кто более громоздкий, наверное, Старскрин сильнее. Йо. Старскрин какой-то более, скажу, такой сильный из-за этого, блин. Меня тут вообще, понимаю, меня тут... Конечно, не хотел нормально Старскрин убить, хотя... Хотя, наверное, надо убить сначала того. Я не знаю, что они убивают, они меня. Я вообще. Кого бей, вот того не бей. Наверное, не, лучше сначала Старскрин убить. То лучше вот этого. Он такой, знаете, он такой всегда сильный. Такой просто у него вот эти вентили. Конечно. Ну так, конечно, Старскрин то на их обоих. Конечно. Опа. Минус один. Старскрин же умер. Не понял. Что-то вообще странно. Откуда у него жизнь? Не понял. Из-за этого я на транспорт поеду. Я скажу, зачем им лопасти? А, типа их надо два раза, да? Ну, типа у меня броня такая. Не понимаю, ну как может Джаус убить сразу двоих? Что там такая сценка, что он сразу двоих убивает? Ну, хотя Джаус не может прям всех 10 иконов сразу. Там я отправил сразу убить. Почти Гриндера убил. Мне главное обезвредить Гриндера. Старскрин там еще легко, потому что, ну, у Гриндера есть такие, ну, вентили, так сказать, вентили. Давайте еще раз, еще подъем. Ну, умираем же. Да, он тут просто, он меня, знаете, он как бы меня не трогал, он просто меня сжал свои. Да, его уже. Течет огонь. Огонь. Интересно, что там Старскрин делает? Что, он погиб уже? Я не понимаю. Старскрин, наверное, погиб. Или завис, наверное. Ну, скорее всего, завис. А Гриндер еще живой. Наверное, короче, он убит, только, знаете, как подзавис. Знаете, Гриндер более такой, не, ну не знаю, какой-то Гриндер большой, вроде как, ну, в фильме вроде как. Чё они мне только что написали, немедленно вернитесь в район операции. Они вообще, знаете, такие странные. Я мне надо хп. Что-то мне пришло, дай мне, пожалуйста, так и враг тут я, пожалуйста, сослась. Дружелюбность их не очень такая дружелюбная. Это, вот эти Гриндер, наверное, сильнее. Как сказать? Хотя, наверное, больше урона нанес этому. Старскрин. Опять жизнь? Блин, ну это ж вообще... Как он мне надоел? Сколько мне его надо бить? Я его добью до конца. Йо, ну даже так он будет меня бить. Так же нечестно. Смотрите, он бьет.
Давай, умри уже. Наконец-таки. Ну, что ты стоишь? Упал наконец. Наконец-таки я лову пошел. Так тяжело было. Наверное, нам придется и второй раз проходить. Хотя, хотя компьютер уже подогрелся. Ну, двоих, конечно, победил. Третьим тебе уже не поздоровится. Наверное, сегодня коротенько, видим? Айронхайд, Брон прижал Джеза. Доберись к нему, пока еще не слишком поздно. Извините, что серия была такая маленькая. Но там был долго, и там я уже не смогу компьютер просто восстановление сделать. Что всем пока. С вами был 3D-шутер. Ну, пишите комментарии. Ставьте лайки. И с вами был 3D-шутер и Айронхайд. И не забудьте поставить лайк. И чем быстрее вы ставите лайк, тем быстрее выйдет другая серия. И пишите в комментариях, что мы проходим дальше. Ну, давайте всем пока. Просто уже несколько раз.